основная масса поступившей вакцины – это гамковид, он же спутник, это разработка Гамалеи. Очень хорошо формируются на нее антитела, противопоказаний нет. Мы прививаем и лиц пожилого возраста, и хронических пациентов, и поликлиники провели обзвон граждан, желающих привиться. Мы довели эту информацию, кстати, благодаря администрации и СМИ в том числе. Сформировали листы ожидания, и поэтому население откликнулось.